имя старшей сестры стало для Шамиля Хаматова пропуском в киноиндустрию. Однако после переезда Чулпан в Прибалтику артист неправильно оценил собственные возможности, спрос на услуги родственника артистки за пределами родной страны оказался минимальным. Похвальное желание всегда быть ближе к сестре сыграло с Хаматовым-младшим злую шутку. Бывший член труппы «Современника» теперь мелькает разве что в эпизодических ролях. В Новом Рижском театре некогда успешный актер вынужден довольствоваться копеечной зарплатой. Своими импульсивными действиями Чулпан Хаматова фактически уничтожила собственного брата, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. Шамиль теперь вынужден принимать участие в сомнительных проектах, но даже эти отчаянные потуги, видимо, так и не приносят ему вожделенного достатка. Засидевшись в Латвии, артист решил порадовать семью небольшим путешествием по Испании. И если Шамилю все же удалось найти деньги на билеты, то с размещением возникли серьезные проблемы. Чтобы сэкономить, чита готова бродить по бесплатным ночлежкам, о чем брат Чулпан Хаматовой сам поведал подписчикам личного микроблога. «В ближайшее время мы с семьей собираемся в путешествие и будем рады, если вы или ваши друзья приютят нас в любой из точек по маршруту Верона-Ницца-Барселона-Бильбао-Лиль. Заранее благодарим вас», — обратился Шамиль к подписчикам. Отсутствие денег даже на самый простенький отель свидетельствует о бедственном положении актера. А ведь его супруга наверняка привыкла к совершенно другой жизни.